он потрясающий человек. Он лучший тренер сейчас. У него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет. И если Женя будет здорова, она тоже будет, она будет счастлива там. Она вернулась из Германии с хорошими новостями. Динамика положительная, спортивную нагрузку давать можно, прыгать можно. Если так тренироваться, и если спортсмен не делает, то мы даже не имеем права как бы его заставлять и кричать, у нас как бы это не принято. Я никогда не видел, как ее тренировала Этери. Если ее приходилось подгонять, то ей придется сложно, надо будет перестроиться.